Всем привет, вы на канале НКХ, с вами как всегда Александр. Сегодня у нас снова рубрика «Хочется доколиться», сокращенно ХДК. Первое видео в этой рубрике за первую неделю просмотрело более четверти моих подписчиков. В основном были положительные комментарии, также было два сообщения с просьбой продолжать рубрику. И за это вам большое спасибо. Я напомню, в этой рубрике мы будем рассматривать вещи, которые мне, либо зрителям канала НКХ, хотелось бы подробненько рассмотреть, но в силу каких-либо обстоятельств это невозможно сделать. Как правило, эти обстоятельства финансового плана, так как, например, вот этот мини-экскаватор стоит 937 тысяч, и даже если я продам почку, я все равно не смогу его купить. Но все-таки видео я выложил на него не просто так, скачал я его, кстати, на официальном сайте, на котором продаются эти экскаваторы. И вот почему, помониторив рынок, по крайней мере в нашей области, не только через интернет, но и в магазинах, так как все-таки я немного связан со строительством, я обнаружил, что цены на эти экскаваторы начинаются от 1 700 000. Вы представляете, какая разница? На китайском сайте на AliExpress его можно купить за 937 тысяч, а у нас они продаются по начальной цене от 1 700 000. И об этом я узнал совершенно случайно. Я на шару набрал на AliExpress мини-экскаватор, я думал, ничего не вылезет или игрушки какие-нибудь. И вот тебе на. На AliExpress продаются даже мини-экскаваторы. Чтобы посмотреть стоимость и характеристики экскаваторов, переходите по ссылке. Там их, кстати, большое количество с разными характеристиками. Это вы все сами прекрасно увидите. Очень бы, конечно, хотелось иметь такую технику у себя в арсенале, так как земляными работами мне приходится сталкиваться довольно часто. Но, увы, не по карману, по крайней мере, пока. И напоследок хотелось бы сказать, видео в рубрику ХДК я буду выкладывать периодически, пока до меня идут определенные товары. Кстати, скоро ко мне придет все-таки моя экшн-камера, связался я с продавцом. Осталось ждать где-то 3-4 дня, и наконец-то получится выпустить нормальные обзоры. И первый обзор, как вы уже догадались, будет на эту экшн-камеру. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, кто еще не подписан. Пишите, что бы вы хотели увидеть в данной рубрике. Всем еще раз спасибо за просмотр, всем пока!